Расскажите мне о симптомах вашего страдания. Мне все хорошо. Да, но вот только вы чешетесь при виде женщин и взорвали своего полковника. Зачем вы надели форму? Чтобы подписать вашу отставку. Попробуем подобрать вам лекарства. От женщин? От аллергии. Надо найти работу, где много женщин. Вот вам тренер на растерзание. Зовут Сережа. Чахоточный какой-то. Мне стало чесаться все тело. Я терся о стены. Я ваш страшный сон. Ваш главный минус в том, что вы женщина. Девушки жалуются, что вы слишком грубо с ними обращаетесь. Смена тренера для них может быть большим стрессом. Это ваш новый тренер. Можно просто Макс. Начнем мы сегодняшнее утро с пробежки. С растяжки. Ты всегда был слабаком. Улыбаемся и машем. Военный фитнес. 30 декабря. Премьера.